что касается современной женщины. Ну, для меня, как человека все-таки восточного склада, да, плана, всегда во все века должна быть преданная, красивая, в меру умная, в меру ласковая. Все должно быть в меру. Я вообще считаю, что это очень правильная составляющая вообще любого современного человека. Что касается мужчины, ну, современный мужчина должен зарабатывать, уметь денежки. Это единственная его задача. И чтобы было куда принести.